Возни с карточками и талонами. Вот он, исторический день, говорящий о мудром руководстве нашей партии. Нет без карточек. Мы богатая культурная страна. Открылся 7-й всесоюзный съезд советов. Теперь рабочие и крестьяне заняты одним общим делом. Они заняты строительством на основе советского построя. А советская власть невиданно окрепла. И потому прежние мотивы существования разных избирательных прав между рабочими и крестьянами должны отпасть. На втором всесоюзном съезде колхозников принят сталинский устав «Путь зажиточной жизни». Мария Демченко обещает товарищу Сталину получить ГАЗ 500 центнеров сахарной свёклы. В земле состоялся выпуск окончивших военные академии. В этот день товарищ Сталин произнес историческую речь о кадрах, о внимании к живому человеку, о партийных и непартийных большевиках. Готово! Этот бич раздается по всей стране, по всему миру. Пускаем лучший в мире московский метрополитен имени Кагановича. Готово! Указание своего наркома. Скоро и без аварий первым выполнил машинист Донецкой дороги Петр Кривонос. Открылся Всемирный конгресс Коминтерна. Можно смело сказать, что ни на одном из предшествующих конгрессов коммунистического интернационала не обнаруживалась такая идейно-политическая сплоченность и такое единодушие, как сейчас. Дети, пески Карагума. Разве это преграды для наших героев? Из Ашхабада в Москву, овеянные славой, пришли конники Туркмении. Тридцатого августа спустился в шахту Алексей Стаханов. Он дал на гора 102 тонны угля. И вместе со стахановским углем пошла по стране великая волна пролетарского энтузиазма. Стадион «Динамо». Мать Москва!
Прага. Это не шутки. Одна из лучших команд Европы. Бой разгорается. Кто в кого? Смотрите, замечательный удар Ильина. Ого! Киевские маневры продемонстрировали нашу силу и мощь, наше мужество и здоровье. Мы чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одной пяди своей земли не отдадим никому. Небывалое в мире зрелище, воздушный десант. Люди-птицы, люди, не знающие страха, люди, готовые защищать свою страну на земле и в воздухе. Через суровые льды Арктики пробивается ледокол Садко. Новая победа! Достигнута самая северная точка! В этот день кузнец Горьковского автозавода Бусыгин поставил мировой рекорд в покупке коленчатых валов. Растут и крепнут орлы стахановского движения. А это что? Долой их с высот кремлевских башен. На их место яркие пятиконечные звезды. Качихи Вичугской фабрики Дуся и Маруся Виноградовы установили мировой рекорд, перейдя на обслуживание 100 станков. Километров от Черного моря до Тихого океана прошли отважные велосипедисты. Они закончили свой пробег во Владивостоке. Вот они, герои, которых не знала история. Посмотрите, как внимательно слушает Сталин простой рассказ Марии Демченко о ее борьбе за высокий урожай стёк. Страна награждает своих героев. Михаил Иванович Калинин получает ордена пятисотницы. Мария Демченко задевала пятисотниц с орденом Ленина. «Жить стало лучше, товарищи! Жить стало веселей!» — сказал товарищ Сталин. Первое всесоюзное совещание стаханов. Каждым днем множится армия мастеров высокой производительности. На заседании президиума ЦИКа вручают орден Ленина. Но не Михаил Иванович вручает, а ему вручают. Сегодня 60 лет нашему любимому всесоюзному старости. Поздравляем вас, Михаил Иванович, и желаем вам еще долго и долго работать на благо нашей великой страны. Высшее военное звание маршала Советского Союза присвоено выдающимся командиром Красной Армии. Летчик Кокинаки на самолете в стратосферу. Мировой рекорд по высотному полету побит. Победой, товарищ Кокинаки! Бороться за 7-8 миллиардов пудов хлеба призвал товарищ Сталин на слете комбайнеров новых людей колхозной деревни, овладевших сложной техникой. С гор Таджикистана, с туркменских равнин пришли в кремлевский дворец ударники хлопководства рапортовать о своих победах. Годовой план железных дорог выполнен досрочно. Товарищ Каганович ведет транспорт к новым победам. Поздравляем вас, товарищ Микоян, с досрочным окончанием годовой программы пищевой промышленности.
радость за радостью, победа за победой. Тяжелая промышленность под руководством железного наркома Серго Орджоникидзе рапортует о досрочном выполнении годового плана. Виссарионовича Сталина! За наших маршалов! За наших бесстрашных летчиков! За нашу героическую Красную Армию! За рабочих и колхозников нашей страны! За нашу Родину! Иосиф Виссарионович.